Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, нашли мы вот порталишку. Твою ж мать, да я же еще туда не хотел заходить, а ты меня уже тпхнул, тварюга. Ну ладно, да пофиг, Бэйби Эндер Дракон. Короче, сейчас мы забабахаем тебя, зараза, да и все. Я уже слышу, ты там уже буянишь, я в курсе, ты блатной, но зыкиньки так блатнее тебя, так что тебе хрен ты там блатуешь. Короче, иди в жопу! Ну конечно, хрена его убивать, давай подлети только сюда, тварюга. На секунду поздороваться. А нет, я думал, мы тебя с одного удара заклюем. Ладно, давай еще раз поздороваемся, а то чуть не получилось. А хотя вот что не получилось, я же забыл вот эти все хрени разрушить. Точно, вот что не получилось. Че морганите тут, тварюги? Так, что это у нас за хренотень? Ух, твою же мать. Ну, по идее, да, это, можно сказать, немного обновленный эндермир, да, но все же, иди ты в жопу, так как у нас нереальный лук, нереальный меч, и сейчас мы тебя просто-напросто только вот так захреначим. Плюс к тому, что ты тут забыл, плюс к тому вот так, еще где, еще вот там. Воу, ты че нас напоил, зараза? Сейчас. Да слушай, ну как же вы бесите? Ну давай уже, сдохни. А ты чё его там еще хилить пытаешься? Во, все. Да идите вам в жопу, да чё вы пристали? Да твою тварюги, вы вообще какие-то, вы люди, дайте пройти. Или я сейчас просто-напросто каждого с одним мечом заклюю, так по хлебалу, да и все. Вы что думаете, я с 500 демежным мечом вам, с вами играться тут буду? Да и тебе по яйцам. Нет, у тебя нет яиц, только в Годзиллы есть яйца. Даже у Кинга нет яиц. Только в Годзиллы. Так, собираем вот эту хренотень. О, новая шапочка. Нет, шапочка уже... Да твою ж мать. Босс! Ух, как мы сейчас долго будем бить босса. Охренеть, что-то быстро. Да. Так, ребята, да вы попутали вообще. Слушайте, если бы у меня не было вот этого меча, который вы хотели стебзить, я бы с вами, может, еще бы тут поигрался, а... Воу. Чё, все против одного? Вы чё, вообще припухли тут, что ли? Ребятушки. Сейчас я вот так превращусь в нормального. Соберу вот это все. И пошлю вас. Новая шапочка. Еще одна. Нет, в принципе, это у нас уже есть. Вот чё это, чё за хрень? Чё это? Dragon Essence. И нахрена тут столько вот этой шелухи выпало, если она, в принципе, нам нафиг не пригодится. Ваш, спасибо за новый стиль, за новую шапочку. Нахрена вот этого хлама тут, если, в принципе, с него ни хрена делать нельзя. Это более так интересует. Зато куча уровней, которых мы сейчас соберем, и просто-напросто не знаю, зачем они нам, но для коллекции, для коллекции. Да, для коллекции пускай будет. Так, тут, да твою ж, да ну чё вы такие ж нарватые, ну да идите вы нафиг.
Там же, да, яйцо выпало. Только я хрен его знает, как его собрать. Я никогда, можно сказать, не собирал вот эти яйца. Да и пофиг. Мы же и так, ребята, можем приручить дракона. Плюс к тому, что в том смысле мы сможем приручить, так как... Ладно, ладно. Вот, все. В том смысле, что мы... Нафига нам вот то яйцо или что оно там... Так как, в принципе, у нас есть бэйби-дракон... Ух, я же забыл про бэйби-дракона, ребята. Мы же сможем его приручить. И такой, такие же драконы летают в других мирах, там, где их просто-напросто полно. И мы их сможем просто-напросто легко приручить, а яйцо нам вообще нафиг не нужно. Убили мы дракошу. Дракошу. И, в принципе, ребята, что я думаю? Сейчас Зетинга, я не знаю, как эту заразу убить, что ли, в гейм-моде тебя убивать, потому что мы его просто хреначить будем сутки. Я того, ребята, там же Мобзилла на паузе был, когда мы его убивали, ну, как бы, когда я его убивал, я же на паузу поставил, чтобы целый бой не снимать, потому что я его убил просто нереально долго. А как мы будем вот эту Годзиллу убивать? Да я же захреначусь, ребята, убивать вот эту вот этого Зетинга. Мы же его сутки бить будем. Вот это хрень. Это вот сюда. Так, что я хотел? Что нам нужно, чтобы... Так, сейчас, да, подумаем, что нам сейчас нужно. Просто чтобы уже себе решить, что мы будем делать вот сейчас. Сейчас, ребята, мы себе сделаем покеболы, сделаем себе, может, еще несколько, ну, как бы парочку покеболов, да, чтобы можно было словить еще кого-то, еще кого-то, какого-то одного покемона. И, в принципе, ребята, мы прокачаем всех покемонов до 100 уровня, это, конечно, будет долго. Хотя, ну вот, у нас получится 24 сахара. Если вот так под час. У меня же тут Thunderstone, вот Glowstone. Что тут у нас еще есть? Что нам нужно? И яблоки, да. И яблоки нам нужны, ребята. Вот так, вот так и вот так. 24 Rare Candy у нас пойдет. На Тропинча, да пофиг, его же тоже нужно... Чё там? Его же тоже нужно эволюционировать. Пофиг. Вот. Сейчас. Вот сейчас, ребята, что нам нужно, это просто-напросто собирать. Давай, эволюционируй. Просто прокачать всех покемонов до 100 уровня, да и все. И Зетинга убить, но я не знаю все-таки, ребята. Будем ли мы его убивать? Я еще раз попытаюсь его заспавнить. Если будут такие лаги, да ну его нафиг. С такими лагами это сдуреть можно. Я просто-напросто не понимаю, почему. Ну давайте попробуем, хрена. Гейммод, как и там один. Кинг. Гейммод 0 и спускаемся в шахту. Просто хочу попробовать, вдруг тут получится его забабахать. Он, конечно же, понятно, что он тут все поразносит. Ладно.
Он даже тут разносить все не будет, он просто в текстурах будет летать, да и все. О, вот ты зараза какая. Ребят, попытаемся мы его убить, но я не гарантирую, что мы сможем его убить. Вот он вылетел наружу. Главное, дом не разнеси, паскуда. Нет, да, да, нет, 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 целься тут, не целься туда. Иди, иди в жопу. Иди в жопу, твою мать. Нет, нет, нет. И так тут уже всякие криперняги позрывали вся везде. Ребят, я не знаю, как его убить, если честно. Потому что просто-напросто к нему нереально подойти. Он отталкивает тварюга, да и все. Я не знаю, как к нему подойти. Так, ладно, чё? Потому что, в принципе, хрен его знает. Да. Хрен его знает. Ты чё, сдурел, что ли? Да я понял, что ты где-то за King Spawner блок. Я не то взял. Да твой... Ребят, я пытаюсь еще один раз. Если не получится, убиваем его нафиг с гейммодом, да и все. Эта хрень такая жирная, что это просто нереально. А сверху у него урон просто-напросто не получается. Ну, как бы, не дает ему урон. Да чё ты, агрессия такая, тварюга? О, это еще что за дом? А, да твою же мать, ну чё ты такой жирный? Ну чё ты такой зараза? Ну чё ты так столько стреляешь? Яиц у тебя-то нету. У мобзилы хотя бы посмотри там немного, чё у него там есть. А то ты вообще какой-то не людской, паскуда. Дай мне хотя бы... Короче, бей там что хочешь. Ты так там ни хрена не сделаешь, если у Годзиллы стальные яйца, а ты нам ни хрена не сносишь, то подумай, какие у нас яйца. Да, представить даже себе не можешь. Вот то, что он просто урон никуда не поносит, не поносит. Да вот ты хрень же паскудная. Ну кто же тебя делал? Ну как тебя убить? Он урон получает, если ему бить только по его конченному жирняйскому пузу. А он даже нам не дает к себе подойти, ребята. Никак. Спереди он конченными своими башками нас откидывает. Сбоку он конченными своими крыльями нас откидывает. Сзади он конченным своим хвостом нас откидывает. Снизу он конченными своими конченными приконченнейшими лапами нас откидывает. Так что иди ты в жопу. Иди ты в жопу. Я сейчас тебе же пузо твое конченое зарежу. Вырежу и еще оттуда твоего одного такого сынишку вытащу. Тварюга же ты конченая. Ребята, это бесит просто-напросто. Не то бесит, что он как бы... Ну, ребята, давайте посудим. Он нам ни хрена не сносит. Он нас конченными своими вот этими хренейщими всякими бьет. Он нам никакого урона не наносит. Нахрена мы будем
не знаю, сколько времени просто его гасить, 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 жрать, гасить, жрать, гасить, так как голод же, да, тратится. И просто-напросто бить его, бить, 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 и все. Если он нам никакого урона не сносит, он нас бьет, он нам никакого урона не сносит. А мы его бьем, и мы ему сносим. Так что зачем просто-напросто нам его бить сутками? Он будет хилиться, отталкивать нас. Мы его будем бить, 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 и он нам ничего не будет сносить. Если мы просто-напросто можем его вот в гейм-моде убить, и чтобы много времени не тратить, а просто его вот так заколбасить, да и все. Он нас просто не отталкивает, он также нам ни хрена не сносит, как он не сносит нам... в бою, как бы, без гейммода, да? А так просто-напросто, чтобы много времени не тратить, да и все. Плюс к тому, что он еще так хиляется, что это просто бабахнуться можно. Плюс к тому, что еще так глючит, что это тоже можно сдуреть. А вот так мы его быстренько убьем на паузу. Сейчас. Сколько там у него? 2000 еще. А так мы его просто, ребята, быстренько убьем, да и все. Какая? Ну, в принципе, разница, конечно, есть. Многие скажут, что это читерство. Что если бы ты был без гейммода, то ты бы его очень долго бил. Но суть в том, что он нас вообще никак не убьет, ребята. У нас бронька с Годзиллой, с железно-яичного Годзиллы. Так что просто-напросто нет смысла, если он нас никак не убьет. А так мы его просто будем не знаю сколько времени бить. А вот с гейммодом мы его так просто будем бить, да и все. Все, убили мы эту заразу, с него там куча всякой хрени повыпадала. Мы стали дракошей. Чё-то я не то нажал. Вот что нужно нажать. А это чё за хрень? А, это наш дракошек? А как тебя приручить, зараза? Я же предупреждал, что я тебе твое пузо-то распорю и оттуда твоего сынишку-то вытащу. Я говорил, ребята, запомните. Охренеть, я еще и правду говорил. Ребята, мы его убили, с него выпала куча всякой хрени. Сейчас мы посмотрим, что с него выпало. О, воу, ты же это собираешь, твою ж мать. Гейммод 0. Ну, с него, как я понял, выпало все, что просто-напросто существует в Майнкрафте. Вот что я понял. Ребята, с него же даже выпало части... С него выпали части... Вот, всякие... Алмазные мечи, всякие хрени, которые только существуют. Всякие марш бэдж. Ну, короче, с него выпало все, что только в Майнкрафте существует, как я понял. Так оно, в принципе, и есть. Может, с него, конечно, какой-то там меч выпал. Если я его сейчас не подниму, то многие будут писать: вот твою ж мать, ты же меч не поднял. Я это понимаю. Ну, как мы его сейчас найдем вот в этой всей хрени попутанной, которая повыпадала тут везде? И да твою ж мать, да угомонись ты уже, ну чё ты такой?
Ух, у тебя же еще подводного дыхания даже нет. Ну ты что, прикалывался? Самая лучшая бронька в мире, а подводного дыхания нету. Ребят, с него выпало, короче, пол... Ну, я... нет, конечно, не полная хрень. Нужно его было вообще-то валить где-то на суше, а то, ну, сдуреть можно сейчас. Ну, короче, нахрена нам все это, ребята? О, а вот это нужно. А вот это нужно. Ну, все. Части покебола нам, ну... Фосил. Фосил нам тоже нужен. Главное, чтобы ты не... Ну, хора сдыхать. Ну, хора. Узбагойся уже. О, это наш питомец, как я понял, стал, да? Принц. Но я же говорил, что я тебе пузо, брюхо твое же распору. А ты не верил? И сына тогда оттуда вытащу. Так. Яйцо спауна голда фиша. Нахрен? Зато фосил. О, отличная штукенция. Ну, гомонись уже. Так, ладно, давайте поищем, что тут путевое будет. Мы это поднимем. Что нафиг не нужно, то нафиг не нужно. Логично. Так. Ну, короче, о, очки. Не люблю очки. Так что нахрен. Еще кто-то там что-то попутал. Ребята, с него выпало, короче, все, что только существует в этом моде. С ним я уверен, что кто-то там скажет, что с него выпал там самый лучший меч, который существует. Я это прекрасно понимаю. Выпал меч, я рад. И, ребята, гейммод мы использовали, я уже говорил, почему. Убили мы двух дракошей. Осталось прокачать пиксельмона, ребята. Больше нам ничего делать нету. Да, если честно, уже сезон немного поднадоел, так как, в принципе, ничего такого тут нету, если честно. Если будет тот же Divine RPG, я думаю, там намного всего больше будет. Поэтому, ребята... О, охренеть, этот босс первых серий. Не бойся, у меня меча даже нету, только вот этот слабенький. Ребят, я думаю, в следующей серии это будет последняя серия. Ну, в принципе, я не знаю, ну, немного надоел уже этот сезон, так как, в принципе, тут нифига уже такого нету. Да, многие, наверное, пишут, что ты там уже читы начал использовать, ребят. Я только это делаю, чтобы быстрее намного это было, чтобы вам скучно не было, как я там, не знаю, сколько времени убиваю босса, чтобы намного все быстрее было, и, в принципе, только и поэтому, ребята. В следующей серии мы, наверное, просто уже вот этих покемонов докачаем до 100 уровня, потому что уже хочется чего-то нового, ребята, я уверен. Не то, что я уверен, я думаю, что вам тоже чего-то нового хочется, чтобы был какой-то новый сезон. Будет или Divine RPG, или Тамкрафт, или еще какой-то, или еще какой-то. Я повторяю, ребят, оставляйте свои примеры в комментариях. Я потом устрою голосование, я так думаю, чтобы выбрать какой-то сезон, что вам больше всего нравится. И, в принципе, да, ребята, так как, ну, в принципе, я уже не вижу, что тут делать. Мы уже и как бы начали гейм-моды использовать, потому что уже, в принципе, немного поднадоело. И плюс к тому, что, как бы, только с ним мы бы вот это сделали. Да, в принципе, мы бы и так Зикинга убили. Я не говорю, что мы бы его не убили. Но суть в том, что мы бы его убили просто-напросто хренову кучу времени, ребята. Мы бы его столько били. Я же Годзиллу столько бил, что это сдуреть можно. Вы себе не представляете. А по поводу The King, представьте, сколько бы я его убил без гейммода. Сейчас давайте посмотрим, что это за фосил. Если нормальный, то мы просто заменим Омонайта. И просто, ребята, я так думаю, следующая серия это уже будет заключительная. Мы подведем итоги и вот это все сделаем. Ну тьух, ну вот, хотя бы ты отстал, да? Шелдон. Ну, фиг его знает, но может и заменим на Омона. Ладно, посмотрим. Ребят,
Я уже все сказал, что я хотел сказать. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.